А коем деле, когда его за уши драл? Сима, ты слышишь? Ольга Ивановна, что он такое говорит? Да я и слушать вас не хочу. В театр они пошли на доску, оцепились как кошка с собакой. Я просто не могу молчать, когда при мне оскорбляют музыку и кто? Люди, которые мне ничего не понимают. Я не понимаю! Да ты! Это тебе, между прочим, не китов бить. Это искусство. Правильно, искусство. А твой Каштанов скрипит, как несмазанная лебедка. Как лебедка? Да я 20 лет в театре работаю. Я лучших теноров Советского Союза тренировал. Я парикмахер, да. Но и я кое-что понимаю. Да эту Аню только так и нужно петь. Серёжа, ты меня очень обидел, Петя.